Всем привет, вы на канале Crypto Commons, и перед нами график биткоина. Каждая свечка один год. И что мы видим? Что у нас с вами сейчас зеленая свечка. Почему так? Потому что это свечи Хайканаши. Они гораздо точнее показывают тренд, но очень запаздывают с разворотом. Как мы можем видеть, в двух предыдущих медвежьих рынках у нас были красные свечи. На самом деле уже на старте бычьего рынка. То есть, по сути, у нас медвежий рынок происходил в предыдущий год, но эти свечи были все еще зеленые. То есть сейчас мы пока не знаем, каким цветом закроется эта свеча, но вероятнее она закроется зеленым, поскольку это свеча Хайканаши, даже в момент падения она может быть зеленая, и следующая свечка может быть красная уже, когда начнется новый булмаркет. Но давайте приближаться и смотреть, что дальше мы видим. На 6-месячном таймфрейме мы видим, что мы прямо сейчас тестируем первый сформированный мувинг на EMA Ribbon, 5-месячный таймфрейм. Мы также тестируем экспоненциальную поддержку, 4-месячный таймфрейм. Также тестируем эти мувинги, 3-месячный таймфрейм. Также тестируем поддержку EMA Ribbon, 2-месячный таймфрейм. Тестируем нижние границы ее и месячный таймфрейм. Вот тут начинается самое интересное, друзья мои, потому что мы впервые за всю историю биткоина не удерживаем месячную поддержку EMA Ribbon. Посмотрите, в двух предыдущих медвежьих циклах мы удерживали сетку EMA Ribbon. Ну, однажды мы прокалывали ее на коронадампе, но нас очень быстро откупили назад выше этой сетки. Сейчас мы впервые за всю историю провалились ниже этой сетки и не отскакиваем. Тоже вот момент, да? И получается, что плюс в мире еще рецессия, коллапс, там понятно. И вы знаете, что я настроен обычно по бычьи на крипту, но несмотря на рекордные RSI, там кучу индикаторов, что это дно, есть также и мнение, что мы входим по-настоящему в первый медвежий рынок по биткоину на месячном таймфрейме. То есть, смотрите, это было, грубо говоря, волна 1, волна 2 коррекция, волна 3, волна 4 коррекции, волна 5. И типа мы уходим в полноценный медвежий рынок, но который, я хочу сказать, что даже если так, если мы уходим в полноценный медвежий рынок затяжной по биткоину, в первый полноценный медвежий рынок на месячном таймфрейме, он, тем не менее, все равно не будет таким, что цена просто будет падать и все. Это будет, скорее всего, что-то зигзагообразное с отскоком к средним значениям, с отскоком дохлой кошки и погружением дальше вниз. Это медвежий сценарий, ребят, вы знаете, это не мой приоритетный сценарий, я просто его рассматриваю сейчас. Если нас ждет более глубокий медвежий рынок, и это все была волна 1, 2, 3, 4, 5, да, то нас ждет еще коррекционная волна А, Б, С. И суть в том, что сейчас, даже если верить в медвежий сценарий, то биткоин, вероятнее, вернется к своим средним значениям, куда-то в район, там, условные 30 тысяч долларов, перед продолжением снижения. Это более вероятно, что может произойти. Вот. И нет, есть, конечно, всегда вариант, что все просто соскамится и упадет до нуля, поэтому это надо тоже понимать и учитывать риски. Вот. Почему еще эта теория имеет место быть, потому что, смотрите, у нас есть гигантский медвежий дивер на Сайфере и на RSI, соответственно, между вот этими двумя пиками бычьих рынков. То есть у нас не было этого раньше, и этот медвежий дивер может тоже говорить о том, что нас ждет более глубокая коррекция. Напишите, кстати, в комментариях, как вы считаете этот сценарий наиболее вероятный или нет, и вообще, как вы настроены по медвежи, по бычи. И не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться к нам на канал, если вы у нас впервые. Вот, но также на обратной стороне медали надо понимать, что это все может быть самые идеальные точки входа. Посмотрите, насколько перепродан RSI, насколько мы ушли ниже от наших средних значений. Поэтому тут надо понимать, что это все игра в долгую или в короткую, игра по тренду или контртренд. И я обычно торгую контртренд, если вы меня смотрите, вы знаете. Я торгую контртренд и в данном случае набираю лонги на бирже Bybit, как всегда ссылка на которую в описании, и держу позиции сейчас по Dash, биткоину и BitDAO. Разгрузил половину прибыли частично, но в целом жду, конечно, что это пойдет наверх. Жду, что это пойдет наверх, и по биткоину это падение закроется хотя бы как закрылось по Dash. В целом дневные свечи по битку у нас зеленые, Хайканаши. А, и вот еще прикольный пост делал TechDev в своем твиттере. Я перевел его к нам в телеграм-канал. Обязательно проверьте подписку на наш телеграм-канал, чтобы не пропускать крутой контент. В общем, он тут показывает контртрендовые восходящие клины, что это типа медвежьи паттерны, и мы упадем вниз на ретест двойного дна и провалимся еще ниже. И задампимся на 100 тысяч. Надо понимать, что это перевернутый график битка. И действительно все так и есть. Посмотрите. Каждый медвежий рынок – это лишь отскок дохлой кошки в пользу доллара. Отскок дохлой кошки доллара по отношению к битку, который в долгосроке
невероятно растет. Так что это надо помнить. И кучу фундаментальных бычьих показателей, и ончейн метрик, и всего-всего вы сами знаете. В общем, если вы подписаны к нам в телегу и к нам в чат, вы все прекрасно знаете и понимаете, ребята. Так что спасибо за просмотр этого видео. Торгуйте осторожно, пожалуйста. Никаких рекомендаций ни по каким монетам давать не буду. Реагируйте быстро, четко. Режьте убытки коротко и давайте приобретать. Всем профитроли, это Грини, спасибо. И увидимся в следующем видео. Пока.